чтоб восприять на рамена крест, должно прежде отказать телу в его прихотливых пожеланиях, доставляя ему одно необходимое для существования. Должно признать свою правду лютейшую неправду пред Богом, свой разум совершенным неразумием, и, наконец, предавшись Богу со всею силою веры, предавшись непрестанному изучению Евангелия, отречься от воли своей. Совершивший такое отречение от себя способен принятию креста своего.